Гол, гол, гол! Вот именно на этих словах Дмитрий Белоруков забивает мяч в ворота Анжи. Наконец-то это давление все-таки сработало. Оно себя, можно сказать, оправдало. Навес в штрафную, удар Якубка. Помазан справился с мячом, в общем-то, как пришлось. Но, по сути дела, он отбил прямо перед собой. Впрочем, я бы не стал здесь предъявлять претензии в адрес голкипера, потому что удар с близкого расстояния. Конечно, защитники должны были здесь... Вот как раз вот вся та надежность, которая была, вот здесь вот куда-то испарилась. И все-таки продавили. Это, конечно, гол из давления. После подачи с фланга наносит удар Мартин Якубко. Помазан отбивает перед собой. И Дмитрий Белоруков засаживает его, что есть мочи, в ворота.